Добрый вечерочек, княженцы. Короче, решил пожрать немного. Тут прям такого всего самого простого, душевного, свойского намутил. Короче, картохи вон нажарил. Тут картоха с луком. Это вино сливовое, без вина никуда. Потом луковицу взял, огурец взял, лимон взял. Это и вот такие вот два соуса. Хренадер ядерный. Ядерная, потом не сказал, и ткемали, и залучи, вот два соуса, консервы овощные, соусные. Сейчас мы немножечко вточим. Картоха вообще в коридосе уродилась хорошая. У знакомого, у него, короче, огородок свой. Самое главное, знаете, вода. Вода хорошая, вкусная. На участке бьет скважина. Вот к нему, когда приходим, все время эту воду, я прям с собой прям беру баклажечки, и мы набираем. Потому что реально очень вкусная вода. И вот эта картошечка на этой воде политая. Ой. Одну картошку как мед. Реально как мед. Сладенькая. У нас впереди майские праздники. Владимир Владимирович Путин подписал, 11 дней будем отдыхать. Вот. Ты вот понимаешь, что у меня аппетит своим дихлофосом это весь потравило. Егор, закрыть дверь, потому что ты это, Егор, прости, пожалуйста. Включи, пожалуйста, в ванной вытяжку. Давай закрой дверь. Впереди, значит, просто, значит, видите, баба начинает устраивать такую канитель, когда ешь. Вот это вообще жуть. Когда ешь и когда спишь, если кто-нибудь начинает такую канитель устраивать, вообще дичь. Какую? Такую канитель. Что тогда вырядилась? Я показать хотела. Спортивный костюм ты мне купил. Блин, как красивый, да? Ну. Нравится? Нравится. Егор, посмотри, как красивый, да? Очень. Значит, впереди 11 дней выходных. Владимир Владимирович указ подписал. Будем отдыхать. Хотел сказать, будем делать сливовую винчишку. Винчишку не будем делать. Но знаете, что сделаем? Самогоночки выкнем. Короче, решил самогоночку погнать. Свойскую. Хренадер. Посмотри, его майку даже не мерили, на нем вообще было прям про хорошо по размеру, посмотри его. Угу. И штаны не мерили, глянь, посмотри, глянь, как красиво. Нравится? Красиво. Очень. Да я тебя в камеру увидел, ты красиво. Правда, красиво. Ну веришь? Женщина любит ушами. Главное наплести что-нибудь. Хорошо, красиво. Все хорошо. Все красиво. Хренадер. Написано ядерно. Какая-то хрень. Вот без шуток хрень. Она вообще какая-то не острая. Его пить можно. Тот, когда я свойский делаю, у меня острый, аж рот горит, чермоядерный. А это так,
одно название. Лук. В состав входит, вы вдумайтесь, огурец соленый. Ну ладно, томаты, корень хрена, чеснок, перец, соль, уксус. Ну даже огурец соленый. Первый раз такой встречаю, чтобы френадер этот соленый огурец клали. А вот это что такое? Тхимари. Фу, пахнет как-то. На картошечку. Алча, сахар, чеснок, зелень, петрушка сушеная. Это, короче, катюхи есть. Это катюхи, такие мали. Ну, вкусно. Местный какой-то. Самое вкусное в этом картошка и мое вино. Да, точно, точно, Танюш, точно. Сейчас, короче, буду мучить. Не знаю, наверное, уже ролик зажужжен, я уже посмотрел его. Ну вот просто это в перерыве записываю между тем, как делаю. Мясо нарезал, сейчас накручу. Свинина, говядина. Пельмени мучу. Хочу сделать что-нибудь такое свойское. Они пельмени хорошие в магазине. Сибирская коллекция. И вот эти вот. Будь здорова. Спасибо. Как называются они? Императрийские, цезарные. Цезарь. Цезарь. Вот эти хорошие пельмешки. Да. Это. Но все равно. Свойские есть свойские. Решил свойские поднамутить. Благо. Как бы ум есть, руки есть. То, что не сварится. Купил в магазине его. Как бы было хорошее предложение. Ну, типа как акция. За полную стоимость, конечно, не купил бы второй раз бы такое. Но хренадер еще как не шло. А вот это вот. Что-то понамешано. Какой-то такой специфический запах. Вкус. Не знаю, мне не очень понравился. Ладно, все, короче. Поднасытился. Все. Катюшки. Катюшки мои. Пускай кушают. Давайте, удачи, пока.